Уважаемые друзья, всем привет, здравствуйте. Продолжаем сборку немецкого танка «Тигр-1» от компании «Тамия» в масштабе 1,35. Сегодня мы будем производить установку верхнего корпуса. Есть детальки у нас. Давайте посмотрим по схеме. Есть у нас детальки. Есть деталька верхняя часть, которой мы уже работали. Есть деталь Е20. Деталечка небольшая, А7. Что нужно сделать? На деталечке Е20, после отделения ее от литника, необходимо сделать два отверстия изнутри. Давайте мы деталечку эту посмотрим. Вот с этой стороны. Вот с этой стороны. Необходимо сделать два отверстия сквозных. Перед установкой есть еще деталька вот такая А7, она небольшая, у нее свои направления есть. Вот здесь есть углубление, которым будет она устанавливаться на деталечку. Устанавливаться она будет на детальку Е20. Вот такое положение. Что мы будем делать с вами сегодня? Будет браться корпус, сам нижний готовый корпус, устанавливается деталь, эту детальку пока можно удалить, деталька Е20 будет устанавливаться на нижнюю часть корпуса вот этими вырезами вперед. Здесь вот два выреза, вот эти два, она будет устанавливаться вырезами вперед. Если вот так взять, таким вот образом. Хорошо видно, как она установлена вот в эти передние пазы. Здесь есть еще верхняя часть. Верхняя часть устанавливается на сам нижний корпус. Вот таким образом. И вот эта маленькая деталечка А7. Она у нас устанавливается вот на этот выступ. Ну вот, в принципе, как бы, если мы смотрели по схеме, вот таким образом будет производиться установка. Ну вот, в принципе, мы надо будет только проклеить все аккуратненько, всадить, дать ему высохнуть и уже тогда увидеть окончательный вариант работы. Ну вот, уважаемые друзья, работу мы закончили. Напоминаю, что мы устанавливали верхнюю часть корпуса. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Установили мы с вами основную верхнюю часть. Деталька передняя Е20. Небольшая деталька Е7. Работа происходила достаточно быстро. Все село на свои места. Все встало туда, куда нужно. Нужно рассмотреть внимательно со всех сторон. На этом будем с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои замечания, пожелания. Буду всех рада видеть и слышать. Всем хорошего дня. Всем пока.